Я вот иногда смотрю, как люди общаются, как люди любят. Они как сквозь амбразуру смотрят, танчика, чик-чик-чик-чик. И только выходят на безопасную дистанцию, откроют люк, посмотрят, если они метров на 100, тогда вылезет пописать. И обратно в танк. Моя задача, мое предназначение как человека – максимально проявить себя. То есть, какое изнутри максимально раскрыть и подарить себя миру. То есть, я знаю, что если я не буду собой, а буду находиться в какой-то роли, удобной для кого угодно, папы, мамы, там, кого угодно, там, знакомых, друзей, я обедню мир. Многие люди, прожив, не раскрылись и обеднили мир. А некоторые живут, и этот мир, ну, как сказать, в этот мир подарили себя. То есть, раскрывая себя таким, каким есть, мы дарим себя. И это самое прекрасное предназначение. И контекст тогда найдется. Тогда найдется точный, безошибочный контекст, который называется «твое место в жизни», в котором ты ценен как ты, а не как роль, функция или какой-нибудь работник на должности.